животных у нас. Все? Да. А мы, а вот по центру еще. Не было пожарных. А давайте мы с вами поменяемся местами, это очень просто. Я вот вспомнила, что вы мне сегодня днем говорили, что готовы подарить Николаю Баскову целый необитаемый остров. А я подумала, что если я вы... Я не сказала, что я готова. Было бы хорошо, если бы я могла, я сказала. Да-да-да, удивить. Николая необитаемым островом. А вот я знаю, что вы дружите и уверена, что вы были у него на дне рождения. Хочу узнать, как Николай проводит свои вечеринки, посвященные его дню рождения. Ой, ну по-разному. Юбилейные, конечно, широко. Бывает, что и более интимным кругом собирается. А это какой круг? Кто в него входит? Ну, по-разному, на самом деле. Я не могу сказать, что я попадала на каждый день рождения. Дело в том, что в октябре как раз это самый гастрольный такой период. И скорее даже так я не попадала, о чем очень сожалею. А Коля редко бывал на моих праздниках. У него очень смешная история. Вот, еще одна смешная история. Классно. Давайте, Валерия, сегодня ваш день. День ваших смешных историй. Бывшей тещи день рождения 17 апреля, как и у меня. Ведь я даже запомнил. Поэтому он долгие годы не мог приходить ко мне на день рождения. Вот. Но потом все изменилось, и вот он теперь может, ну, если совпадает как бы, на наш, если возможности есть, если нет концерта или еще что-то такое. Вот, ну, артистов обычно так. Вот. Но Коля вообще, на самом деле, один из самых... наверное, гостеприимных людей, один из самых щедрых, я бы сказала. Вот он сам любит делать подарки, он получает удовольствие, когда подарки дарит. И, соответственно, ну, наверное, не так многие, да, но не все это умеют делать вот именно так. И, конечно, всегда хочется Колю чем-нибудь порадовать, потому что вот он, вы как никто этого заслуживает, честное слово. Вот такие вот откровения от Валерии у нас сегодня и днем, и вечером. Спасибо вам огромное. А мы пойдем узнаем еще у других про интимный круг Баскова. Главное, чтобы вот не переиначить, что я не хочу подарить, не готова подарить ему. Я еще на необитаемый остров не заработала. Да, Валерия, мы верим в вас. И я думаю, что на следующей волне... Думаете, успею, кстати? Я уверена. На следующей волне. И вы мне расскажете про необитаемый остров и обязательно расскажете, сколько он стоит.